На улице минус 15, но даже сильный мороз не смог помешать празднику в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Чтобы дети не замерзли, волонтеры играют с ними в подвижные игры. А Санта-Клаус создает волшебную атмосферу. Настоящий праздник, праздник добра, счастья, любви, веры в мечту вы создаете сами. Поэтому я предлагаю сегодня вместе с вами создать такой праздник. Согласны? Не слышу, согласны? Одинцова впервые принимает участие в благотворительной акции компании «Кока-Кола» «Рождественский караван». Столица нашего района вошла в число 12 российских городов, по которым проедут знаменитые красные грузовики, на протяжении многих лет ассоциирующиеся с праздником. Ребята, я вас поздравляю. Это действительно незабываемое впечатление, караван «Кока-Кола». Мы все уже обучены радоваться, видя этот праздничный пробег. Что еще надо? Хорошее настроение, Новый год. Поздравляю вас с наступающим. Отдохните здесь от всей души. На празднике работали аниматоры, волонтеры и фокусники. Они провели с детьми игры и викторины. Ребята писали письма Деду Морозу, с удовольствием делали аквагрим и праздничные прически. Играли на музыкальных инструментах. Основная философия этой акции – собрать детей разного возраста, разных возможностей. И детей с ограниченными возможностями, с особенностями развития. И здоровых детей, для того, чтобы они все на интерактивных площадках общались и чувствовали себя равными. Мы впервые приехали в Подмосковье. Мы ежегодно определяем площадки, где мы еще не были, где нужна помощь, где дети нас ждут, где наш праздник будет долгожданным, волшебным, и где он зарядит детей новогодним рождественским настроением, где нуждаются в нашей помощи. В этом году рождественскому каравану исполнилось уже 18 лет. Это тот редкий случай, когда обычная рекламная кампания превратилась в социально значимый волонтерский проект. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».